Краткая характеристика сливы Алёнушка. Это представитель китайской сливы. Это дерево обладает прекрасными декоративными качествами. Оно эффектно украсит ваш сад своим цветущим китайским колоритом. Родители этого сорта стали китаянка и красный шар. И поэтому культура стала относиться к китайским столовым видам. В 2001 году сливу внесли в госреестр. Рекомендуется выращивать этот сорт в центрально-черноземной полосе. Дерево высоту достигает примерно 2,5 метров и относится к среднеспелым сортам. Вызревшие сливы достигают примерно 35 граммов. Косточки в сливах маленькие, отделяются с трудом. По вкусу сливы кисло-сладкие. Первый урожай можно попробовать уже на третий год. К плюсам этой сливы относят товарные качества и отменные вкусовые свойства. Красивое цветение. А вот из минусов это высокая степень поражения тлей. И в дождливые периоды, и во время таяния снегов кора растений может подпревать в районе основания ствола. Что касается урожайности, то получают примерно по 19 кг с одного дерева. Этот сорт нуждается в опылителях. Нужно к нему рядом высаживать иные сорта совпадающими сроками цветения. Так как показывает практика, эта слива скороплодная. Она качественно дополняет Алёшеньку, в этом смысле и различные виды алычи. Сорт располагает высокой степенью морозоустойчивости. Почки выдерживают значительные температурные понижения, не вымерзая, а поэтому сливу успешно выращивают даже в непредсказуемых климатических условиях Урала. Несмотря на то, что слива считается выносливее многих плодовых деревьев, от болезней она не застрахована. Ее атакуют вирусные, грибковые и бактериальные инфекции, наносят вред насекомые паразиты. Так что в будущем уберечь садовое дерево от подобной напасти можно проводить профилактические процедуры. Вот вы прослушали краткое описание сливы Алёнушка. Всем желаю крепкого здоровья!